Линковская икона Божьей Матери, называемая «Спасительница утопающих», была чудесно обретена в 1791 году в опасном водовороте реки Десны на Черниговщине, где постоянно гибли люди и даже тонули суда. Икона сама приплыла к берегу, и люди с благословением перенесли ее в село Леньково. С тех пор несчастья в данном месте реки прекратились, и погибающих в водовороте не стало. Линковская икона пользуется большим почитанием, привлекая множество людей, в особенности тех, которым приходится часто вручать себя во власть водной стихии.